Отличное начало. Всем привет. Всем привет. С вами лидеры проекта Faberlic Reality. Меня зовут Рима. Меня Татьяна. И сегодня мы вам расскажем про акцию, которая проходит в пункте выдачи нашей команды Faberlic Reality. Пункт выдачи находится в городе Краснодаре по адресу улица имени Героя Яцкова, 28. И для тех, кто размещает заказы на наш пункт выдачи, мы приготовили специальные подарки. Про них сейчас мы и расскажем дальше. Слушайте внимательно. Немного непривычная для вас локация. Это у нас место, где мы выставляем заказы, которые только что приехали. Сейчас место освобождено, потому что мы ждем машину. Тут вот только один заказ еще остался. Попросил человек его не в коробке забрать, ждет его. И вот здесь у нас на этом же стенде как раз представлены подарки, про которые Татьяна вам сейчас более подробно расскажет, что нужно сделать, чтобы их получить. Ну, как вы видите, здесь у нас три корзины, и даже мы распечатали специальные бумажечки. Подсказки. Для тех, кто вдруг увидит, так скажем, краем глаза, чтобы ему сразу стало понятно, что это такое. Значит, в этой корзиночке у нас подарки для тех, у кого заказы от 1000 рублей. Здесь у нас разные пакетики с чаем. Здесь, по-моему, 4 вида мы заказали. Ну, 3 или 4, что-то так, 3 или 4 вида. В общем, человек выбирает на выбор сам те пакетики, которые ему понравятся. Хоть 2 одинаковые, хоть 2 разных, без разницы. Вот. Во второй корзиночке у нас подарки для тех людей, у кого заказы от 2000. Тут у нас разные мыльца, тут и Store de Amore, и наша обожаемая овечка. Немножечко пошуршу, но надо же вам показать, что здесь у нас находится. В общем, розовая это клубничка, да, желтая это тигренок, да. И белая это у нас овечка. То есть человек выбирает опять-таки то мыльце, которое ему понравится. Вот. Ну и в последней корзиночке, в третьей, у нас подарок за заказ от 4000. Здесь у нас кремики для рук, для ног и вот такие вот мыльца ручной работы. Вот. Опять-таки на выбор что-то человек одно. Может выбрать то, что он захочет взять. Либо мыльца, либо кремик. Любой из. Вот. Ну, в общем, такая вот акция сейчас проходит в этом пункте выдачи. Вот. То есть получается так, приходите к нам, забираете заказ, расписываетесь в накладной, и тут мы к вам с приятным сюрпризом. А для вас еще подарок. И предлагаем ту корзину, которая подходит под полученный заказ. Да. Либо первая корзина, либо вторая, либо третья. И еще важный момент, если вы оформляете 2 заказа, и каждый из них проходит по этой акции, то вы все равно получаете вторую возможность тоже забрать подарок. Да, итак, ну и еще есть одна тонкость, что если, допустим, у вас заказ от 2000, вы все равно можете выбрать между этими двумя корзинами. Если заказ у вас от 4000, вы можете выбрать продукцию согласно этих 3 корзин. Вообще из любой, да. Может быть, вам не нужен крем для рук, а вы хотите очень сильно попробовать чай. Да, пожалуйста, возьмите 2 чая. Поэтому тут как бы человек уже выбирает то, что он хочет. График работы пункта выдачи нашей команды. Да, график работы у нас несложный. Понедельник и среда дни одинаковые, с 12 до 19. В пятницу с 9 до 16, в воскресенье с 13 до 16. Так что, дорогие друзья, делайте заказы, приходите к нам в этот пункт выдачи, обслуживайтесь у нас. Если вы еще не зарегистрированы, мы тоже вам с этим поможем. Все расскажем, покажем. В общем, без внимания не останетесь. Ждем вас по нашему адресу, по графику. Всем до встречи. Пока-пока.